Девчонки, кто горошку хочет? Дрожжешку. Луняшка, хочешь, что ли ты? Горошки с рыбьим жиром. Девчонки. Нюшка так-то не любит рыбий жир. Луняшка хоть с ложечки ест, а Нюшка ни в какую. Но Нюшка иногда вот эти горошки, она с ними играет сначала, а потом нет-нет, да съест. Хоть так ее немножко подкармливаю витаминкой. Ну, конечно, она больше с ними играет, а потом обычно Луняшка доедает уже после нее. Нюшка погнала. Потащила куда-то горошку. Луняшка, толстяшка, на вот тебе еще одну. Ой, когда ты закатился. Нет? Луняшка. Луняшка не будет играть. Скажи, ты мне дай, я ее съем. Ой. Ну, Луняшка, давай. Полосатик мой. Енотик полосатик. Какой-то пух лежит опять. Кто бесился, носился? Нюша принесла горошку свою в укрытие. Посмотрите, она ее куда-то спрятала сюда внутрь. Видите, что она делает? Сама залезает в свой туннельчик, партизанка. Ох, это партизанка, ох, это Нюшка, вон она горошка. Что, ты не донесла? И скажи, несла, и не донесла немножечко ее, да? Чуть-чуть, скажи, не донесла. И потеряла. Ох, это Нюшка. Нюшка-смешнюшка. Горошку свою потеряла. Зато в палатке опять, да, сижу. Смешнулька моя. Ох, это Нюша. Ох, это Нюша. Попа. Нюшка. Нюшка, где горошка твоя? Нюша, где горошка? Потеряла, что ли, ты горошку свою? И фырчит, балдеет. Припряталась и балдеет сама от себя.